Двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Да, хочется с гордостью просто это повторять и повторять. Да, Анечка просто героиня, она продемонстрировала лучшую произвольную программу в этом сезоне, и те баллы, которые она получила, это просто запредельный уровень. Давайте посмотрим ее показательный номер, а после продолжим. Настоящий самурай Анна добыла эту победу, эту золотую медаль. Она еще такая юная девушка, такая юная звездочка. Но просто не все понимают, на самом деле, какой огромный путь проходят спортсмены и тренеры. Я просто помню еще ее совсем маленькой, в 10-11 лет, когда мы выходили... совсем на детские турниры, и уже там она демонстрировала высокий уровень, уже прыгала тройные прыжки, и именно там начинается их, на том уровне начинается вот эта карьера, которую вы видите уже только начиная с 15-16 лет. Но на самом деле путь всех спортсменов, которые они проходят к этому моменту, он уже огромен. И сейчас мы видим, может быть, только самую вершину айсберга, до которой, в общем, дотянуться доводится далеко не каждому, что отнюдь не делает труд спортсмена, который не добивается результата, менее значимым. Но и тем ценнее те результаты, которые показывают чемпионы, потому что пока даже осознать не получается ту техническую сложность, которую продемонстрировала Анна Щербакова в своей произвольной программе. Только вдумайтесь, за технику она набрала больше 108 баллов. Да.